Кому нужен трафик, в принципе? И идет за трафик в интернет-сообществе идет бешеная конкуренция. Вот на самом деле то, что вы кликнули на баннер, это вы, ну, вот как раз тем, что вы кликнули на баннер, вы создали трафик. Вы создали факт посещения сайта той компании, баннер, чей баннер вы кликнули. Или если вы просто вот, решили, я буду использовать для себя систему Google. Моя жена тоже использует систему Google. Мы, соответственно, создаем Google такой трафик. И только один член нашей семьи, он все время пользуется системой Yahoo. То есть в нашем случае мы создаем удвоенный трафик, вдвое больше трафик на ресурсы компании Google. А в интернет-сообществе компании, рейтинг компании зависит напрямую от количества посещений сайта этой компании. И те рекламодатели, которые хотят размещать свою рекламу, в первую очередь смотрят именно на то, насколько популярен этот интернет-сервис-провайдер или эта компания. Поэтому Google зашибает, условно говоря, большие деньги и просит за рекламу на своем сайте большие деньги, потому что у него сейчас рейтинг выше, чем того же Yahoo. И, соответственно, интернет-сервис-провайдер iNet Global решил посоревноваться с такими монстрами, как Google. Он сказал, что я создам трафик себе такой же, а то и выше, чем Google. И тем самым я переманю тех рекламодателей, которые сейчас работают с Google, к себе. Поэтому, работая в компании iNet Global, вы делаете хорошо и себе, и компании iNet Global. Почему? Потому что себе вы делаете хорошо. Компания помогает вам раскручивать ваш сайт, компания гарантирует определенный трафик на ваш сайт, и вы тем самым получаете выгоду. Потому что люди посещают ваш сайт, они вполне возможно заинтересуются вашими продуктами, и вы получите прямую прибыль от вашего бизнеса. А чем хорошо это для компании iNet Global? Тем, что раз вы стали членом этой компании, скорее всего, вы поместите свой сайт на их ресурсах этой компании iNet Global. И, соответственно, любой заход на ваш сайт будет считаться как трафик на сайт компании iNet Global. И тем самым трафик iNet Global может превысить и, вероятнее всего, превысит трафик Google. И по показателям, основным показателям интернет-сообщества, как сколько трафика у того или иного, у той или иной компании, они будут выше. Соответственно, в чем же ваша выгода? Вот если вы решаете стать компаньоном компании iNet Global. Если вы имеете бизнес, то вы получаете неограниченный хостинг. Ну, это маленькая деталь, но неограниченный хостинг – вещь интересная. Это неограниченный объем информации, который вы можете сохранять на ресурсах компании. Ваш сайт обязательно посетят столько раз, сколько вы сами захотите. Это означает, что у вас будет гарантированный трафик. За счет того, что вы можете манипулировать этим посещениями, вы можете увеличивать рейтинг своего сайта в результатах поисковых систем типа Google и так далее. Ваш бизнес будет перечислен уже вот в этом каталоге Local бесплатно. То есть компания говорит, что всем своим членам мы эту каталогизацию предоставляем бесплатно. Хотя если кто-то со стороны, не члены iNet Global, будет регистрироваться в этом каталоге, он будет платить деньги. Причем там достаточно интересная визитная карточка. Это не просто название вашего бизнеса или там адрес и телефон. Вы можете разместить там картинки, вы можете разместить ваши документы, какие вы хотите. Например, файл с буклеты, которые у вас существуют в компании, вы можете спокойно там поместить. Вы даже сможете поместить там видеоинформацию. То есть, если у вас существует видеоинформация о вашем бизнесе, она будет там помещена и доступна тому, кто в каталоге VLocal увидит ваш бизнес и заинтересуется им. Если же пока у вас даже нету сайта, то вы получите достаточно простые инструменты, с помощью которых вы сможете себе построить сайт достаточно быстро и уже иметь свое представительство в интернете. То есть ваша компания уже появится со своей рекламой в интернет-сообществе. Ну вот, я уже
маленько касался того момента, в чем выгода именно Google. Они за счет нас увеличивают трафик. Чтобы так привлекать людей, что предлагает компания? Широкий спектр услуг и сервисов. То есть, на самом деле, Марина уже сказала, что действительно список услуг и сервисов, которые вы в конечном итоге получаете, он настолько широкий, что многие люди даже не знают, что с ними делать. Они начинают пользоваться только определенной частью, и каждый находит что-то полезное для себя. То есть разные люди смотрят на этот набор по-своему и находят много полезных вещей именно для себя. Конкретно, что это за спектр, я рассказывать не буду, потому что это много времени. И самое главное, что вы не просто вот купили возможность рекламировать свою компанию, но сотрудничество с компанией Englobal, она предоставляет вам возможность зарабатывать деньги. Потому что вы, во-первых, купили эту возможность рекламировать свой бизнес, но вы получили еще в определенном смысле обязательство, что вы должны будете выполнять определенную работу, маленькую домашнюю работу, которая заключается в том, что вы должны будете посмотреть 25 реклам в день. То есть по 20 секунд каждая. То есть вы должны будете в день потратить 10 минут. И все. И тогда вы получите за это компенсацию, денежную компенсацию. Величина которой, в принципе, зависит от вас самих. С каким пакетом вы войдете, такой будет эффективность вашего труда. Но в конечном итоге вы имеете возможность зарабатывать деньги. Если вы просматриваете рекламу, вы зарабатываете деньги. Кроме того, поскольку я уже упоминал, компания распространяет свои продукты и сервисы с помощью сетевого маркетинга. Это означает, что вы имеете возможность строить свою сеть. То есть подписывать людей под себя и тем самым получать дополнительный доход. За счет того, что люди, которые подписались под вами в вашей сети, делают свою работу, а вы получаете от них дополнительный доход, скажем так. Ну как это работает в принципе? Вы, как я сказал, должны купить определенный пакет, который зависит от того, насколько интенсивно вы хотите рекламную услугу делать и вообще в принципе, насколько вы заинтересованы в бизнесе с этой компанией. Из чего состоит этот пакет? Я не буду сейчас детально объяснять, опять же, это много времени и не очень интересно технически. Но кроме того, что вы получаете вот этот пакет, вы получаете все те услуги, которые я перечислял в самом начале. И хостинг, и e-mail-системы, и каталоги, и прочее, и прочее. То есть вот там сколько пунктов было, я не помню, даже 8 или 9. И далее, после того, когда вы приобрели этот пакет, вы сразу же имеете возможность вот размещать свой сайт, рекламировать его, вы имеете возможность регистрировать домены, вы имеете возможность разместить свой бизнес в каталоге, Vlocal и прочее. Но, как я уже сказал, вы должны будете производить ежедневную работу в виде просмотра 25 реклам по 20 секунд каждый. Если вас какая-то реклама заинтересовала, вы имеете возможность одним кликом отложить, условно говоря, ее закладочки. И после того, когда вы доделали свою рекламу, вы спокойно можете вернуться на этот сайт и уже смотреть его, сколько вам захочется. Это к тому, что это неутомительно и достаточно хорошо организованная домашняя работа. Возможности и что, в принципе, вы имеете в результате. Вы получаете постоянные комиссионные из продаж и продуктов и услуг. И таким образом вы в конечном итоге построите такую систему, которая вам обеспечит постоянный и долгосрочный доход. И вот это слайд основной, который объясняет, по каким принципам строится система дохода в этой компании. Об этом уже вам расскажет Марина Бурякова.